Да, уважаемые зрители, подписчики, это с вами Славцов и Дмитрий, 02-12-93. Город Тверь, Московский район, Озерная улица, дом 8, первый подъезд. Музыкальный лифт. Опа. А, подождите, затихни. Так, сейчас затихни. У кого, у меня? У тебя, чтобы не потеряли. Спасибо. Там сильно, что ли, расстегнут? Так, я мощно закрыл. А, у меня был сильно расстегнут? Да. Охренеть, я надеюсь, ты чего не потерял пока вышли. Ладно, сейчас проверим, тогда выйду. Так. А что ж мне раньше не сказал, только сейчас заметил. Понятно. Первый и второй подъезд, и третий, но... А пятый подъезд, а четвертый... А третий, четвертый, что там? А четвертый хотел зайти... Ну тоже АКЛМ. Кодовый память. Я, честно сказать, пока еще не могу. Ну давай проверим. Ну, проверим. Короче, если будет такая же одинаковая картина, я писать не буду. Понял. Ага. Так, угу. Блин. Так, а, блин, светлый. Потому что там, ну, кто-то ехал до нас. А здесь 9 этажей или 8? 8 этаж. Так. Движение. На тебя там тоже нет лифта, это же 9-этажный дом. Ну, в принципе, можно и поехать на 8. Может, ты ножом, блин, на 7 этаж. Ничего страшного. Да, но все равно подстраховываемся лучше. Ну да. Если что, вызовем там. Седьмой этаж. Седьмой этаж. Движение вниз. Ой, это пятый этаж. А он завис здесь. Плохо дело завис. Ну, табло зависло, к сожалению. Это часто проблема этих лифтов. Почему-то именно зависает. Нет, главное, музыка-то играет. Ну, музыка вообще шикарная, согласись, нет? Ну, это уже стандартная мелодия, знаешь, уже сейчас у нас и по Москве уже такое полно. Да, я знаю, в Москве. Первый этаж. Лучшему товарищу Дмитрию Блокеру, герою лифтовику в мире, на свете, на земле, на планете. Да, Дим? Угу. Так, значит, давай правильно ответить, что там. Угу. Так, ну все.